Добрый день! С вами Алексей Титов, интернет-предприниматель с 20-летним стажем. И если вы хотите узнать, как заработать без вложений на убийцы YouTube, развлекаясь и смотря чужие видео, то обязательно посмотри это видео. Liberty TV, убийца YouTube, заработок без вложений, 3 способа. Недавно я снял видео в рамках своего обучения. Обучение позволяет вам зарабатывать без вложения 20 тысяч рублей в месяц. Так что заходите обязательно, если вы хотите начать профессию интернет-предпринимателя. Так вот, я снял видео «Убить двух зайцев, получаем оплату и рефералов за размещение видео», где рассказывал о трех видеохостингах, кроме YouTube, которые позволяют выкладывать видео и на этом получать рефералов. Но не денежки, там очень мало. Вот. А сегодня у нас появился еще один канал. То есть видео об этом я выложу в аннотации. Посмотрите, это обязательно. То есть те методы, что я сейчас расскажу про Liberty TV, можно комбинировать с теми. Вам все равно, куда выкладывать видео. На один видеохостинг или там на 4. Вот. Но заработки, возможно, будут расти. Итак. Liberty TV, почему я говорю убийца YouTube, потому что это большой видеохостинг с такой же схемой заработка, то есть распределение денег между участниками, как делает мессенджер WhatsApp. Да, кто не знает, этот мессенджер позволяет, платит за общение, то есть делится доходом от рекламы среди пользователей. Как делает браузер Brave, который тоже платит за просмотр сайтов и за установку, то есть опять же делится рекламными деньгами с пользователями. И эта схема очень популярна. Я думаю, она скоро станет основной в интернете, то есть когда деньги распределяются между участниками, а не кто-то один загребает все это. И, соответственно, новый такой видеохостинг Liberty TV со своей криптовалютой на блокчейне, распределяющий деньги среди пользователей, которые смотрят и выкладывают видео, это то, что надо. И давайте посмотрим, какие есть три способа, как на этом заработать, и также их синтегрируем с теми тремя видеохостингами, о которых я говорил. Итак, первый вид заработка, который здесь есть, это очень простой, это, соответственно, вознаграждение. То есть заходим сюда, здесь есть небольшие задания, как видите, они довольно простые. То есть зайдите туда, пригласите того, пригласите человека, посмотрите видео, получите, как бы сказать, посмотрите видео, получите дневной, все-таки, то есть довольно простые задания, которые можно выполнять и, соответственно, зарабатывать эти Liberty TV. Их тут немного, но это нам очень важно для начала. Почему? Потому что мы переходим ко второму виду заработка. Ко второму виду заработка мы можем постить сюда видео. Как видите, я уже пощу постоянно все свои видео и на этот канал. У меня тут заработок небольшой, потому что я его пока не развиваю. Я работаю с YouTube по привычке и зря делаю. Заработок здесь превышает заработок на YouTube намного раз. Если вы делаете публикацию, вы можете установить стоимость, сколько будет стоить ваш, то есть сколько вы получите, если люди будут смотреть ваше видео. Вот, это очень интересно. То есть, понравилось кому-то какое-то видео, он его просмотрел, заплатил эти денежки. Смотрит его видео, ваше видео, он, соответственно, получает. Вот, то есть, поразместив сюда видео, вы можете получать денежки, где их брать. Сейчас расскажу. Этот канал не имеет никаких авторских прав, то есть, тут вы можете разместить все, что угодно. Поэтому, идем на YouTube. Ищем самые популярные видео, а еще лучше видео, которые вас интересуют. Вы можете создать себе здесь видеобиблиотеку. Тут есть, можно сделать разные каналы по своим интересным каналам. Вот, плюс, и они будут еще продвигаться, и вы за это будете получать деньги. Сразу говорю, что параллельно вы можете заливать эти, видео также на каналы. Здесь у нас Яндекс.Дзен, Кост.ТВ, кто не знает в этом видео, и Facebook видео. Да, есть и такое. Но эти каналы нужно долго развивать, чтобы они начали приносить деньги. А на Liberty TV буквально с каждого раза, где-то здесь есть уведомления, постоянно капают небольшие денежки. Кто-то посмотрел. В принципе, на Кост.ТВ такая же схема. И третий вид заработка. Если у вас есть собственный YouTube канал, вот, вы можете подсоединить YouTube Partner Program, соответственно, подключить здесь собственный канал. Вот мой канал находится на рассмотрении. Вот, и здесь будут капать вам дополнительные заработки. Как это работает, пока не знаю. Но самое основное, еще раз повторяюсь. Заходите на Liberty TV,
ознакомьтесь с ним, выполняйте денежки, чтобы выполняйте задания, чтобы получить вознаграждение, начинайте заливать видео и, как бы сказать, публиковать в соцсетях, например, или раскручивать свой канал именно с этими видео. В отличие от YouTube, тут не строгие законы. Тут гораздо лучше оплата, тут гораздо лояльней аудитория и, соответственно, гораздо больше оплата. То есть вы на YouTube, я вот, можете представить, сколько у меня подписчиков, сколько просмотров, я на YouTube зарабатываю копейки. Я на YouTube не зарабатываю, скажу честно, вообще не зарабатываю. То есть Оливер Кей за это время, что я его даже не раскручивал, ведь это первое видео, дала мне намного больше денег, чем раскрученный YouTube канал. Так что делайте выводы, господа. Более подробно, если хотите, о Liberty TV уже после того, как я завершу свое тестирование, узнать, то напишите в комментариях «хочу». Также рекомендую подсоединиться, загрузить какое-то популярное видео и написать в комментариях, сколько вы посмотрели просмотров, результатов и сколько вы на нем заработали. Я буду вам за это благодарен. То есть, кроме денежек, получите мою благодарность, благодарность пользователей, что они... что вы подтвердите или опровергните эту информацию. Хотя я смотрю, в Ютубе есть видео, когда люди на этом зарабатывают, ну, в районе $200 ежемесячно. Я думаю, для создания собственной видеотеки с интересными видео это очень неплохо. С вами был Алексей Титов, интернет-предприниматель с 20-летним стажем. Если вам понравилась информация и своевременность ее подачи, то ставьте лайк. Если не понравилось, то ставьте, конечно же, дизлайк. Подписывайтесь на канал и не забывайте дин-дин ставить колокольчик. Почему? А иначе вы будете пропускать такие интересные видео, и Google будет сам решать, что вам показывать, а что нет. Зарабатывайте на развлечениях, смотрите, собирайте свои любимые видео и зарабатывайте на этом. Всем удачи, пока-пока.